сяду в машину. Какой-нибудь, дать Боинг, который прилетит. Ну, точнее, сядет в этом аэропорту. Гелик уже убитый. А, почему называл машину геликом? Ну, сейчас смотрю, все вдруг. Не на задней машине, как бы. Митя Нагиев, то есть Фома, если я назвал свою машину геликом. Спокойно едет. Это довольно необычная окраска частного самолета. Обычная версия для PlayStation 3. Он был либо белый, синяя окраска, либо черный. Такой красный вижу первый раз. Так, ну, доход вот получили еженедельный от выручки своих заведений. Конечно, я в игре не все скупил. Так вот, деньги тут зарабатываются только при получении биржи. Играть на бирже надо в торгах. Ну, версия для PlayStation 3. Франк у меня очень богатый человек. А версия для PS4 франк мне где-то около 60 миллионов. Ну, и бензо, конечно, порежь. Сейчас, конечно, на счету 11 тысяч, но на бирже, сейчас вам покажу, денежку нашего маленького друга присутствует. А, мы попали вниз. Акции пошли вниз. Либо продать, не продать. Если мы продадим, то потеряем 14 миллионов. Конечно, печально. А, я не буду сбежать, вдруг. Может, что и изменится. Тут пару с акциями. Не угадаешь, как такая. Но как я понял, что в основном нужно ставить на акции по оружию, ну или по сигаретам. В основном сейчас пользуюсь спросом. Мы уже несколько минут катаемся по аэропорту, а ничего интересного не происходит. Да? Давайте сядем в истребитель наш. Как вы заметили, тут полностью панель изменена. Тут что-то как у Тревора в обычном истребителе. Так.
Акция. Самолет. Превратил скорость. Но если мы пойдем вниз, резко, то скоро это не получится. Я слышу, что вы видите дополнение, связанное с истребителем Гидра, который позволяет вертикально считать этот проход и зависать вниз. Но пока ничего не известно. Это самолет очень трудно посадить. Неловкое движение. Можно включить тормозы. Все. Самолет просто отлично ломается. Let's go! Конечно, если бы я бы, ну, пытался посадить со мной в первый день, то крайней вероятностью я бы оторваться. Как только он выполнил, шлема нет. Так, как я вам и говорил. Переходит первого лица, Франклин шлем снимает, а третьего шлем автоматически Франклина исчезает. Жалко то, что никаких самолетов пока не совершат посадки, потому что ночь. Никаких рейсов нет. Ну вот мы взяли частный самолет, я взял, точнее. Может, для многих новинку увидеть салон. Пилоты, но мне кажется, приборы тут не совсем точные. Китайский модель приборов приборов побольше. И не трудно, конечно, разобраться. По управлению самолет он не такой уж быстрый. Ну, средний, так скажем, более шустрый самолет, но маленький.
паркинг. Как же будет понятно, боже, что это будет. Даже есть то, что может помогать взять самолет за сколько лет, просто прокрыть двигатель со временем топливо начнет выливаться. Продолжался путь. Вот что осталось от нашего самолета. Ладно, дорогие друзья. Надо продолжить в следующем видео. Прилетать раз. Принцип Боинг. Я мог тоже. Thank you.